Депутат городского собрания Махачкалы Джамал Кудаев провел прием граждан по личным вопросам на площадке региональной общественной приемной Дмитрия Медведева. Он рассмотрел обращения и выслушал проблемы более 10 жителей республики. Одной из первых обратилась к Кудаеву махачкалинка Джамиля Магомедова. Она сообщила, что в связи с инвалидностью нуждается в приобретении корректора осанки. Депутат неотложно переговорил по телефону с руководством регионального отделения Фонда социального страхования. Давайте мы депутатский запрос тоже отправим на имя Османа Сулеймановича, чтобы, ну, для более конкретного решения. Да, и с личных средств мы вам тоже поможем, мы заедем к вам и как бы на контроль это дело возьмем. Также к депутату на прием из села Ругуджа Гунибского района приехала ветеран труда Хадижат Алиева. Ее семье еще в 1950 году был выделен земельный участок, который государство на тот момент предоставляло семьям участников Великой Отечественной войны. Как рассказала Алиева, 5 лет назад на часть ее земельного участка начал претендовать сосед. Для решения данной проблемы на имя главы Гунибского района будет направлен депутатский запрос.